Да, всем здорова, с вами Миколскай, и сегодня будет экспериментальный выпуск. В общем-то, я порылся немного в дебрях своего компа, и, блин, это отличное название для шоу, я думаю. В общем, я порылся в них немного, и знаете, что нашел? Старые добрые вайны с Рудольфиком, которые вы, возможно, не видели, а может быть и видели, будучи в инстаграмчике. Советую вам, если что, зайти туда и посмотреть на все видосы, которые есть у меня, но которые я раскопал. Мы сейчас их и посмотрим вместе с вами, и оценим, какие они охренительные, потому что они нахрен охренительные. В общем-то, вот так. Всем спасибо за лайки, всем спасибо за комментарии, всем спасибо за то, что вы ждете моих видосов, как Нового года. В общем, давайте начнем с первого. Мне бы... Спрайс. Я нихера не слышал. Заткнись, сука. Мне бы... Спрайс. Ага. Ага, это типа я сейчас долбанул эспрессо, да? Да, долбанул эспрессо. И типа такой, ого, нихера себе, да? Типа, прозрел еду, да? А вы заметили, да, что я еще в каком-то дерьме, да, сзади? Смотрите, видите, какая-то коробка, тут какой-то пакет, тут стоит эспрессо. Ребят, это было так трудно этот эффект сделать. Вы видели, как появилось офигенно? Вы видели? Я даже замер, видите, в том же позе. Это максимальная статика, максимальная просто, статика 100% уровня. Это может достичь, чтобы развить столь офигительный навык актерского мастерства, надо быть мной. В общем, вот смотрите, как это было, смотрите, какая актерская игра, как я действительно рад это видеть, у меня даже губа отвисла немножко. Ой. Не, ну это просто шикарно, серьезно, где Спилберг? О май гад, это жесть. Эспрессо. Я типа херачу эспрессо, проснулся, да? Блять, я же это все еще разбирал, я псих. Здесь офигеть, бардак. Эффекты, эффекты. Я придурок. Кошмар, я еще в конце хрыкнул на пол. Ну ладно. Ладно, пофиг, пофиг, это было первое видео. Ладно, ладно, окей, окей, похрен. Это сильно, чуваки, блин, я не представляю, что нас ждет дальше. Так, это... О, это кофевар, я вспомнил. Так, дальше. О, смотрите, вот это один из моих любимых вайнов, и вообще это многие, этот вайн очень многим нравится, зацените его. Ты будешь загружаться? А? Ну это круто же! Шикардос вообще! Идеально! О, супер, супер! Ладно, поехали дальше. Видос. Вот этот видос называется «Я научу вас готовить по-настоящему крутой капуч». Это вообще секс просто. Уникум просто. Я вас научу готовить по-настоящему крутой капуч. Для этого нам нужно взбить молоко, приготовить крутейший эспрессо, свежие зерна, смешать. Приятного аппетита! Спасибо за внимание! Вы заметили, как я сбивал молоко? Кто не заметил, смотри. Йоу! Короче говоря, у меня залагала запись нахер, как всегда, блять, бывают непредвиденные обстоятельства у таких охренительных пацанов, как я. В общем, так нахер, это дерьмо. Так, возвращаемся к офигительному видео. Я вас научу готовить по-настоящему крутой капуч. Для этого нам нужно. Короче, вы уже поняли, да, то, что тут банка-банка на банке погоняет банкой, да? Я снимаю на 4-й iPhone, и я просто офигительный монтажер. Взбить молоко! Взбиваю молоко трубочкой, Epic Meal Time, вся херня. Приготовить крутейший эспрессо, свежие зерна. Я беру, блядь, я плюнул. Короче, я типа беру тут свежие зерна и выжимаю их нахер. Я стою, понимаете, вот так, и вот так вот наливаю еще сверху себе кофе, прям на стойку. Ну, потому что по-другому никак. Смешать? И смешиваю, вот именно с таким вот ебалом надо смешивать всегда. Кофе и молоко. И, разумеется, после такого, разумеется, приготовления... Приятного аппетита!
Разумеется, у меня получается потрясающий капуч. Но здесь закончил, я просто кончено, зацените. Спасибо за внимание! Это вообще убогое говно, я терпеть не могу. Зачем я это сделал, я не знаю, меня это бесит. Следующий видос. Это культовый видос, просто зацените. Вообще, вы оценили стайлак? Я не знаю, как мне пришел в голову, но это так круто. Смотрите. Кайф вообще. Это серьезно, это самый любимый видос. У него, по-моему, рекордное количество просмотров вообще на тапчике. Это серьезно, очень крутая тема. Ладно, все, достаточно. У кого она появится на звонке, тому лой срочно, срочно. Так, поехали дальше. О, этот вайн никто вообще не видел. Я его записал и подумал, боже, Рудик. О май щит. На кой хер ты снял такой убогий вайн? Смотрите, у меня даже на лице видно, что у меня нет настроения. Просто кусок говна снимаю. Но все-таки, я все-таки его снял. И знаете, как это выглядело? То есть я такой, типа, мел, и такой подумал, опля, а чё бы не... И решил на скейте, короче, прибраться вот так вот, элитненько. Вообще, видос получился неплохой. Я сейчас смотрю, пересматриваю, вроде как, ну, прикольненько получилось. Получилось даже довольно-таки круто. Вот. И я его не выкладывал, кстати, на... в Инстаграм, потому что подумал, что это параша какая-то. Но по факту это и так параша. На 4-й iPhone все параша, если не параша. Вот. Вот такие вот видосики я снимал. Так, что у нас там дальше еще есть интересного? Ой, блядь. Я вам сейчас объясню, что это за говно должно было быть. Смотрите, я вам сейчас все объясню. Ребят, 5 секунд, дайте мне 5 секунд. Ладно, сейчас будет монтаж, и вы сойдете с ума. Сейчас просто подождите, вот смотрите. Короче, вот должно было получиться именно так. Но это была моя задумка. Джой Джордисон, вся херня. А, смотрите, вот. Это тоже была задумка, и я ее не осуществил. Видели, это ебало. Ужас, блядь. Типа я въебался в дверь. Но это вот было у меня такая вот такая задумка была. И вот, шикардос. Кофеёк не замути. Это про обслуживание тема. И сэндвич ветчина. Маль, быстро. Опять смотрите, штатив из школы Стивена Спилберга. Прекрати! Хотел кинуть в кошку шарик, в итоге просто кинул, кинул просто в бок, и он побежал за ним, будет сейчас им играть, короче, красавчик. Штатив спер у Спилберга, самый крутой штатив, 3 банки. Быстрее! Борода, вы заметили профессиональное решение, я просто намазал себе лицо кофейком, и теперь схожу с ума. Это типа, поняли, пришел ко мне. Быстрее! Быдлит на бариста, бариста такой, а ну-ка нахуй. Так делать нельзя, на 300 раскрутил гриль, положил сэндвич. На нахуй, fuck everything. И вот здесь, просто шикардос, тут очень тонкая шутка, очень тонкая. Тогда у нас в Донатсе были, короче, сэндвичи с чернилами каракатицы. В Донатсе, блядь, в Натсе, с чернилами каракатицы. И вот я, типа, выстебал его, типа, готовил сэндвич, поставил на 300, короче, он сгорел, стал черным, кофе, он говно вообще, видите, черное убожище, из-за того, что, вот, чувак был конченый. Разумеется, никому из вас я так не делаю. Разумеется. Зацените еще раз, зацените. Давай. Кофеван! Кофеёк не замути быстро! И сэндвич с ветчиной, маль, быстро только, быстрее! Супер! Очень круто. Но это вот все видосы, что я нашел. Вот. Как бы я думаю, получилось довольно-таки прикольненький у нас обзорчик такой. Вот. Короткий, конечно, но прикольный. В общем, немножко разрядили нашу игровую атмосферу такими видосами. Сейчас, погодите, заберу все-таки эту штучку. Разрядили немножко нашу игровую атмосферу такими видосами. И я думаю, вам это позашло и понравилось. Вот. В общем, мои пирожочки.
если вам, ну, как бы зашел этот контентик, да, то, то сделайте что-нибудь, что меня смотивирует на то, чтобы записать еще один такой видосик. Во! Во, как завернул, а? Ха-ха-ха! Прям попал! Отдай мячик, отдай мячик! И поэтому, как бы я хочу, чтобы вы сделали все возможное, чтобы я в дальнейшем записывал именно такие видосы. Вот именно так. В общем, все. Всем спасибо за внимание. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что смотрели эти потрясающие вайны. Кто хочет посмотреть еще вайнов, заходите, разумеется, на мой инстаграмчик. Я его не рекламирую. Мне абсолютно похер. И вы же знаете, серьезно. Если хотите поржать, заходите на инстаграмчик. Там гораздо больше вайнов. И вы сможете посмотреть и поугарать, если вы, конечно же, этого захотите. Ну, а пока что... Я хотел бы вам сказать спокойной ночи, малыши, мои дорогие, любимые писечки.